Когда видишь мать, склоняющуюся над фото сына, невозможно сдержать слез. Денис Никитин – выпускник Маловеземской школы. Добровольцем ушел защищать новые территории России и погиб при исполнении воинского долга в Луганской области. Награжден орденом «Мужество посмертно». Теперь в его родной школе в рамках партийного проекта «Единая Россия» будет стоять именная парта героя. Сегодня каждый ребенок смог прочувствовать то, что он должен быть сопричастен этому подвигу, что он может сам оказаться перед выбором – совершить подвиг или остаться в стороне. Может быть, поэтому, когда мероприятие закончилось, никто из детей не готов был уйти с этого мероприятия. И они долго стояли, абсолютно молча, и обдумывали каждое слово сказанного здесь сегодня. Он был веселым, смелым и честным мальчиком, вспоминают его учителя. Так он проявил себя и на службе. Самоотверженно и мужественно защищал родину, родных, близких и друзей. Его называли душой компании. Он готов был броситься ночью помогать другу, не задумываясь, насколько для него это будет сложно. Его очень любили все. И, может быть, поэтому сегодняшний день не просто тяжелый, но он еще и очень светлый, потому что это память о очень светлом, добром и хорошем человеке. На парте располагается фотография Дениса, написана его краткая биография и боевые заслуги. У ребят это вызывает особый отклик, особые эмоции. Человек просто еще бы жил и жил, а ради нас он закрыл собой всех, и это очень большой подвиг с его стороны. Он не испугался, он просто закрыл собой, и благодаря этому мы сейчас тут все находимся. Теперь за этой партой станут сидеть лучшие ученики. Ребят, хочу попросить, чтобы они всем о нем рассказали и всегда помнили, что в вашей школе учился такой замечательный человек. Такие парты героев также хранят память о славных подвигах наших земляков в Лесногородской и Горковской школах. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».